За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. Що є у кожного чоловіка – це деньги. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствував. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Легковой автомобиль протаранил школьный автобус в Артемовском районе. В ДТП пострадали 4 ребенка и 6 взрослых. 2 детей госпитализированы. В пресс-службе областного ГАИ сообщают, что авария произошла по вине водителя легкового автомобиля. Выполняя обгон, он не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение со школьным автобусом. Во время танкового биатлона в неподконтрольном Украине Торезе погиб ребенок. Учения боевой техники проводили в формате показательных выступлений. На трибунах собрались несколько тысяч мирных жителей. Пока они смотрели шоу, на выставочной площадке, где была представлена боевая техника, прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы, 2 детей залезли в танк. Через несколько минут он взорвался и загорелся. 9-летняя девочка погибла сразу, а ее 7-летний брат госпитализирован в Донецкий ожоговый центр. Мальчика уже прооперировали, но его состояние медики оценивают как тяжелое. Также сообщается еще о 2 пострадавших. На Донбассе в минувшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела из минометов и гранатометов. Однако автоматные очереди слышали жители Попасной в Луганской области. На Донеччине перестрелки из пулемета велись вблизи Зайцева, сообщают в СНБУ. Между Авдеевкой и Спартаком также было неспокойно. Выстрелы из артиллерийских орудий зафиксированы вблизи Красногоровки. На растяжку наткнулись сотрудники СБУ и спецподразделения «Альфа» на Луганщине. Взрывчатку успешно обезвредили, а после обследования прилегающей территории обнаружили присыпанный землей тайник с оружием и боеприпасами. Более 30 гранатометов неизвестные спрятали в районе поселка Павлоград, вблизи Северодонецка. Оружие направили на экспертизу, и сейчас правоохранители устанавливают владельцев арсенала. Донбасс просто усеян минами, уверяют саперы. Несмотря на прекращение интенсивных обстрелов, жить в регионе по-прежнему небезопасно. Как обезвреживают боеприпасы, видел Алексей Кашпаровский. Минный щуп и старый советский металлоискатель. Главное оружие саперов. Сколько лет вот такому миноискателю? Ну, приблизно 50-60 лет. Но искать не разорвавшиеся боеприпасы Алексею это не мешает. Вот в таком варианте він маленькими кроками просувається вперед, щоб не було різкого руху, щоб розтяжка не була зірвана. Алексей служил в миротворческой миссии в Ливане. Признается, в Украине быть сапером опасней. Кроме стандартных мин, обезвреживать приходится и самые, на первый взгляд, обычные предметы. У нас ребята были в аэропортах, и в Донецком аэропорту, и в Луганском. И когда группа зашла туда, на столе стоял электрочайник, хотели уже, когда все проверили здание, все чисто, хотели, ну, да, чайник хотели как бы включить, но хлопец подошел, специалист, сказал, почекайте, хлопцы, и чайник был заминирован реально. Наибольшую угрозу несут самодельные взрывные устройства. Дуже багато вибухових пристроїв, саморобних вибухових пристроїв, їх називають ловушка на сапера. Роблять на замикачах при протиканні металоелемента, йде контакт плюс-мінус, і виходить вибух. Лишь за эту неделю подорвались 11 бойцов. 4 из них погибли. Ты уверен, что подразделы там, пехотные бригады там,
повітряного десанті. Може повернутися в ППД, а сапери тут ще будуть працювати кілька років. На этом блокпосту взрывотехники за полдня не нашли ни одной мины. Повезло. Завтра поедут в другой район. Алексей Кашпаровский, Александр Хлынин, Олег Килимник. Специально для телеканала «Донбасс». Жители Трехизбинки готовятся к зиме, активно заготавливая дрова. Централизованное газоснабжение поселка было нарушено прошлым летом во время активных боевых действий. Восстановить его сложно, потому что славяно-сербск, из которого раньше подавалось голубое топливо, оказался по ту сторону линии разграничения. Жители Трехизбинки массово заготавливают дрова. Газа в поселке нет уже второй год. Да как ту зиму? Уже больше года. Дровами. Будет газ, значит, будем с газом. Нет, значит, пока своими силами будем. Газопровод, который подавал топливо в поселок, был перебит во время активных боевых действий прошлым летом. С того времени возможности восстановить газоснабжение в Трехизбинке не нашлось. Тут газопостачання йшло з боку Славяно-Сербська. Зараз це не працює. Був проєкт проведення від Сєвєродонецька, але зараз його переглянули, оскільки він економічно недоцільний, дуже затратний. Мог би ремонтувати все-таки Славяно-Сербський газопровід. Недавно на доске объявлений в Трехизбинке появилась информация о продаже дров. Пенсионерке Надежде Макушенко денег хватило только на одну машину. Дрова 1500, а мне надо штук 5 машин или 4, чтобы я хоть подогреешь на чем. Готовит Надежда тоже на дровах. Есть электропечка, но для ее нормальной работы не хватает напряжения. Грубка называем, я не знаю, как называть. Вот тут мы готовим, потому что вот у меня тоже электричка одна. Когда я на ней готовлю? Когда? Ну правильно, когда? Зажарку надо сделать, закрыть надо, то малину закрыть. Жители Трехизбинки признаются, жить в таких условиях уже устали. Да и возможность топить дровами есть не у всех. Ведь 10 лет назад, когда в поселок провели газ, многие сдали твердотопливные котлы на металлолом, а печки разобрали. Дрова такой-то порох. Их заготавливали хоть сколько, зато туда-сюда уже сгорели. Котлы поставили, а печки выбросили. А теперь газа нема, котел, а печки нема. И как она будет, что никто не знает. В местной военно-гражданской администрации уверяют, твердым топливом обеспечат всех, кто в нем нуждается. Однако тем, кому дрова и уголь по карману, рекомендуют приобрести топливо самостоятельно. Повисили заяви, кто может, то и закупить дрова. Вугілля, кто... Немає такої можливості, будуть отримувати від міжнародної місії норвежської, від держави. Вікторія Ковальова, Петр Ковальов, телеканал «Донбас». Более 6000 домов повреждены, около 500 разрушены полностью. Таковы последствия боевых действий только на Луганщине. Несмотря на обещание чиновников выплатить компенсации за утраченное жилье, никто из пострадавших не получил ни копейки. Здесь просто выживают в развалинах. Вот от нее все осталось. За время боев за Лисичанск в прошлом году в этот дом попало 5 снарядов. Чудом никто из его жителей не погиб. Когда бомбежка шла, вот Валентина Николаевна, мы были вот здесь. Мы стояли вот здесь вот так и молились. Это был первый обстрел. Мы выскочили туда. Мы остались живы, слава Богу. Дом горел 3 дня. Тушить его было нечем. В этих руинах и сейчас живут люди. Без воды и газа. Мы 2 семьи живем. Остались. И эту зиму. Эти люди не могут претендовать даже на гуманитарную помощь, потому что они не переселенцы. Только 20 из 100 семей получили от города временное жилье. Остальные живут у родственников или снимают угол. За год они обошли все инстанции безрезультатно. На Киев было отправлено больше 100 обращений. Мы коллективно писали, люди писали сами, но ответы получали одни и те же. Один к одному. С компьютера выдирают, только пишут там Иванову и текст. Петрову текст один и тот же. На выплаты компенсации по утрате жилья необходимо не менее 20 миллионов гривен. В бюджете Лисичанска таких денег нет. Городская власть просит их у Киева. Нет в Украине такой инстанции, к которой бы мы не обращались, и не было такой встречи руководства области с руководством страны, по которому не поднимался этот вопрос. И что говорят? Какие-то движения есть?
рассматриваем, подходим. Последнее письмо, которое мы получили от Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, было о том, что разработается законопроект о финансировании не только Лисичанску, но и всем пострадавшим вот определенную сумму, они сейчас расчеты проводят. На запрос журналистов в Минрегионстрой ответили – это забота местных властей. Лисичанскому городскому совету было предложено вместе с Луганской областной военно-гражданской администрацией решить вопрос обеспечения квартирами жителей указанного дома путем нового строительства или покупки на рынке недвижимости с учетом возможности финансирования за счет областного бюджета. Пока чиновники разводят руками, жители ищут, где зимовать, потому что в этом доме морозов не пережить. Алексей Кашпаровский, Александр Хлынин, Олег Килимник. Специально для телеканала «Донбасс». 93% жителей Донбасса не собираются покидать свои дома. Еще 6% хотели бы уехать, но не могут. Это обновленные данные гуманитарной карты потребностей жителей Донецкой и Луганской областей. Несмотря на прекращение боевых действий, треть проживающих здесь крайне нуждаются в продуктах. Подробнее Юлия Мишакирова. Так ежедневно работает пункт выдачи гуманитарной помощи Рената Ахметова в Енакиево. Продуктовые наборы получают малоимущие, инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры. Видите, обслуживается какой контингент населения. Все пожилые. Учитывая жизнь, такую дороговизну, это помогает нашим ветеранам выжить. Надолго вам хватает? Ой, да почти на месяц хватает. Сегодня из Днепропетровска в Донецк штаб Ахметова отправил 102-ю колонну с гуманитарной помощью. Из этого груза сформируют и раздадут 45 тысяч продуктовых наборов мирным жителям за линией соприкосновения. Люди, которые не повыезжали, она им очень нужна. Пенсионеры, инвалиды, с детьми, которые остались. По обновленным данным гуманитарной карты Донбасса, несмотря на сложную ситуацию, абсолютное большинство населения региона, а это 93%, не хочет покидать родные места. Социологи провели опрос в наиболее нуждающихся городах Донбасса. По сравнению с июнем уровень миграции снизился с 29 до 23%. Из 2 300 000 жителей 30 городов Донецкой и Луганской областей выехало примерно 520 тысяч людей. На первый план в регионе выходит проблема трудоустройства. Эксперты отмечают, что среди потерявших работу больше всего сотрудников промышленных предприятий, шахт, бюджетных организаций. Средняя заработная плата снизилась приблизительно в 2 раза. То есть если раньше средняя где-то, понятно, что в Донецке она была выше, там до 5-8 тысяч гривен по региону, это там где-то 3-4 тысячи гривен, то сейчас это 1,5-2 тысячи гривен у людей, которые работают и регулярно получают заработную плату. Большинство жителей выживают за счет сельского хозяйства. Урожай, выращенный на огородах, продают на рынках. Социологи утверждают, в условиях военного конфликта женщины проявили мужской характер, став основными добытчицами в семье. Как правило, женщины, они демонстрируют большую стрессоустойчивость. Они готовы ради себя, ради своей семьи и детей соглашаться на менее оплачиваемую работу, брать несколько подработок, активно действовать в этой ситуации, в то время как многие мужчины остро переживают потерю работы и вынуждены оставаться дома и заниматься не свойственными им домашними делами. Несмотря на перемирие, гуманитарная ситуация на Донбассе остается сложной. Треть опрошенных в регионе по-прежнему остро нуждаются в продуктах и половина в медикаментах. Юлия Меньшакирова, Евгений Якунин, телеканал «Донбасс». В Красноармейске при поддержке ООН и правительства Японии презентовали проект для предпринимателей, в том числе и для переселенцев. Чтобы поучаствовать в конкурсе и получить деньги на развитие собственного бизнеса, необходимо подать заявку на получение гранта. Оказать помощь в оформлении документов с подробным описанием своего бизнес-проекта помогут специалисты службы занятости. В Донецкой области претендовать на получение грантов могут лишь жители, проживающие на территории подконтрольной Киеву. Прием заявок заканчивается 8 октября. Сумма гранта составляет более 100 тысяч гривен. В зависимости от того, сколько рабочих мест будет задействовано в заявке на предпринимательскую деятельность. 225 тысяч – максимальная сумма гранта. Принимать участие в грантовой программе имеют право без исключения любые лица, которые являются жителями Донецкой области или переселенцами.
Желающие, которые хотят участвовать в этом проекте, они могут обратиться в службу занятости, и мы дадим направление, куда непосредственно им обратиться. Двух жительниц Славянска задержали правоохранители за проституцию. В милиции говорят, что местных жриц любви ловят не в первый раз. Свои услуги они оценивали недорого. За 150 гривен клиент получал часть, а накинув еще 50, весь комплекс порочных удовольствий. В городе придорожным куртизанкам выписали штраф и отпустили. Другого наказания, говорят милиционеры, за занятие проституцией законодательством не предусмотрено. Во время рейда оперативники задержали двух женщин 81-86 годов рождения, жительницы города Славянска, которые за вознаграждение оказывали сексуальные услуги. На женщин составлены административные протоколы по части 2 статьи 181 со значком 1 «Занятие проституцией» Кодекса Украины об уголовных правонарушениях, что влечет за собой наложение штрафа от 7 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В Светогорске правоохранители утилизировали игровые автоматы стоимостью более 200 тысяч гривен. Способ выбрали оригинальный. Буквально за полчаса экскаватор уничтожил 10 незаконных игровых аппаратов. Рейды по выявлению подпольных казино сотрудники милиции в Донецкой области проводят регулярно. Были изъяты 10 игровых автоматов, ключи к ним, записи администратора. Следователям было вынесено решение, постановление о утилизации данных игровых автоматов, что и было сделано, чтобы впоследствии эти игровые автоматы не могли найти себе нигде применения. Печально известную пятиэтажку в Славянске начали восстанавливать. После попадания снарядов прошло больше года. Отремонтировать дом в кратчайшие сроки обещали все, от местных депутатов до премьер-министра. Однако строители приступили к работе только сейчас. Почему? И успеют ли до холодов, выяснял Алексей Куделя. Сегодня восстановление разрушенной в результате артобстрела пятиэтажки идет полным ходом. Строители прерываются только, чтобы поспать и пообедать. Работают быстро и качественно, говорят жильцы дома. С разрешения хозяев мужчинам даже временно выделили квартиру для проживания. Все, что необходимо для стройки, все приобретается. Команда очень сплоченная, будем так говорить, понимают друг друга. Перекуров не делают, единственный там с 12 до часа, наверное. И вот они побежали здесь, вот в первом подъезде проживают, перекусили и опять. И пока вот световой день. Строители и жители пятиэтажки на улице Бульварной ждали больше года. Прошлым летом сюда попали несколько снарядов. В результате обрушилась центральная секция дома. Деньги на проект выделили еще в сентябре 2014-го, но оплатить само строительство оказалось некому. Тратить бюджетные деньги на восстановление частного жилья и кооперативных домов государство не может, а у города необходимых средств нет. Решили проблему областные власти. В этом году губернатор своим распоряжением, так у нас цивильно гражданская администрация своим распоряжением исключительно из областного бюджета выделил денежные средства, внес изменения в бюджет областной и выделил 4 миллиона 75 тысяч гривен из областного бюджета. Возвести стены и перекрытия быстро нельзя, говорят специалисты. Малая площадь работ ограничивает количество человек на стройплощадке. Да и выкладывать больше 9 рядов кирпичей в день нельзя. Поэтому к холодам сдать объект не успеют. Всего в Славянском районе областной департамент капитального строительства восстанавливает 3 дома. Еще по одному готовится проектно-сметная документация. Если будут деньги, говорят строители, то восстановят любые постройки, даже если от них остался один фундамент. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.